Вот так, как из печки пирога, в Казани ждали рекордного перемеча. Это дома, это верх. Чтобы войти в историю, повара заготовили 20 килограммов теста и халяльной говядины, и сотни литров подсолнечного масла. Трудностей нету, потому что мы любим эту работу. С объемным блюдом управлялись в 12 рук. От теста до полной обжарки ушло около 20 минут. Как взвесили, измерили, поразились. Перемяч получился гораздо больше, чем планировали. Диаметр 1 метр 18 сантиметров, а вес 26 килограммов. Как сказали, это мировой рекорд. На такие размеры раньше никто не замахивался. Достижения занесли в книгу рекордов Ассоциации рестораторов и ательеров Татарстана. Вообще Казань, Татарстан — это туристический город, туристическая республика. Мы очень рады гостям. На то, чтобы разрезать и разделить на всех рекордный перемяч, ушло около получаса. Кусочек достался и нам. Немного жирный, не кажется, нет? Ну, жировато, конечно. Перемяч они такие. Вы надо полежать немножко на салфетке. А вообще замечательно. Очень вкусно. Приготовители перемяча собираются вкусить и славы книги рекордов Гиннесса. Сделать еще большее блюдо и это официально зафиксировать собираются на следующий год. Дмитрий Айрин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.